интересно. Действительно, Хэм всего 2,2 сантиметра, но зато компенсирует все своим атлетизмом и очень высокий балл за сербские команды. И вы всегда говорили о том, что такой вот, ну, нельзя сказать, незаметный герой, да, но... Это как герой с Хэм. Красёв сразу после получения бросать не стал, атакует дальней дистанции и забивает. Роман с Фридзоном, Фридзон на опыте. Уже у него не будет. Ну, одно выступление его в одной из игр, чего стоит, но в кольцо, но было здорово. Но он очень хороший игрок. Опять как страстный сон на третьей четверть матча ЦСКА. Подобрал отскочивший мяч, потерялись. Да, а вот это Трент Фрейзер, и чем он славится. Потрясающее завершение первой четверти, 26-18. Ну, что, я когда я говорил про французов, которых не так часто и не так много. Они себя с Мойерманом очень здорово чувствуют на чужой половине. Сейчас Мойерман все-таки с мячом расстается, и здорово. Он не проиграет. Эртель бросает сам и забивает. Зенит. Фрейзер. Хороший перевод, отличный, Комси попадет. Уже один трехочковый был его исполнение, сейчас он не берет. Карасев сразу после получения забивает. Неточный Эртель. Ничего не оставалось делать Ухову, кроме как, сложный мяч забивает Комси. Может, это честно, граду перед матчем. Ложный мяч. Не забивает, но Комси.